мы можем посмотреть в режиме реального времени. На фоне истерии в западных СМИ объективно оценить ситуацию помогает видео с веб-камер, которые установлены прямо на улицах. Ну вот, например, столица Украины – Киев. Все тихо, спокойно. Но это уже кадры из Харькова. Тоже обычный день. Ну а вот Сумы, по дорогам ездят машины. В общем, ничего такого, чтобы говорило о том, что обстановка вызывает тревогу.